Гомельская область – ваш партнер. Экономичный потенциал региона представили на юбилейной 20-й международной выставе «Весна у Гомеля». Урочистое ее открытие отбудется завтра. Однако ознакомиться с найновшими узорами продукции 300 предприемств и организаций Гомельской области, а так само замежных удельников, можно уже сегодня. Самая масштабная региональная выстава краины распочала работу. У легкоатлетичным манеж под ей отвели 5500 квадратных метров. Серед новых удельников – надейные партнеры и старые сябры бизнесу польности Гомельского региона. До прикладу, Курская инвестиционно-будовничая компания «Инженер» 7 год супрацовничая с Мазырским домобудовничим комбинатом. На выставу приехали показать себе, подтримать партнера и поглядеть на иншие пропановы. Мазырские ДСК поставляют нам железобетонные конструкции, в частности панели. Там же находится постоянно бригада вахтовым методом, которая производит, собственно говоря, монтаж этих панелей. Начинку, инженерию, все делаем мы сами. Все спрашивают, почему как бы с Мозыря в Курск все-таки большое расстояние привезти панели. Оказалось, что выгоднее, чем купить у своих собственных поставщиков, которые находятся в нашем городе. И такого качества, как делает Мозырский ДСК, никто не может, даже в ближайших регионах к нам, никто не может предложить такого. Насупраць разместилась экспозиция гандлёво-промысловой палаты Республики Молдова по аутономным территориальным утворениям Гагаузия. Партнерство с гомельскими коллегами у них началось в далеком 2004 году. С того часу яны постоянные экспоненты выставы «Весна у Гомеля». Сёлета представили продукцию 15 компаний Гагаузии. Каждый год мы стараемся здесь быть, поддержать наших коллег, чтобы показать предпринимателям нашим возможности Гомельской области, опыт Гомельской области, обменяться нашим опытом, который у нас есть. В конечном итоге дает очень хорошие плоды, очень хорошие интересные предложения возникают, инвестиционные проекты, бизнес-планы. Удельники выставы «Весна у Гомеля-2019» отримливают уникальную возможность представить свою продукцию и послуги международной бизнес-упольности. Бо выстава проходит разом с экономичным форумом. На практике доказано, тут находят деловых партнеров и устанавливают стабильные коммерцийные связи. Евгения Кухаронок, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель».